Здравствуйте. В этом видеоролику я хочу рассказать про американский средний элитный танк М7. Начнем с его модулей. Этот танк имеет 4 орудия. Первое стоковое и 3, потом которые нужно улучшать. 3 рации, 3 движка. Начнем с того, что я вам посоветую сделать так. Изначально вы сразу ставите вот эту пушку. Потом вы ставите ходовую часть, башня, эта рация, движок и потом эта рация. Эти орудия уже в последнюю очередь вы исследуете, и потом у вас откроется этот танк. Почему так? Почему именно это орудие? Объясняю вам. Смотрите, средняя пробиваемость 105-170. На этих орудиях меньше бронепробиваемости. А этот танк М7, ему очень нужна пробиваемость, потому что урон слабый. Вот. И когда вы ставите вот эту пушку, у вас уже есть шанс пробить танк и нанести хотя бы 75 урона или 100. А на этих пушках вы если пробьете, то раза с пятого, и урон вы нанесете не намного больше. Так что вам советую ставить вот эту пушку. Рация здесь 10-я. Вот. Почему? Потому что танк равняется к легким танкам, у него броня слабая, скорость быстрая, то есть его можно отнести к категории легких танков. Кратко говоря про этот танчик. Значит, танк очень быстрый, очень маневренный, вот, урон и пробиваемость его, конечно же, плохая, но как для танка светляка, если вы так брать светилку, то пойдет. Вот. Сейчас я вам продемонстрирую этот танчик в бою. Видите, на что он способный. И тогда у вас сложится, конечно же, свое мнение про него. Внимание. Не пробил. Пробитие. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Попадание. Есть пробитие. Есть пробитие. Пробитие. Готов. Есть попадание. Рикошет. Уничтожен. Есть пробитие. Враг горит.
Пробить. Готов. Только что вы посмотрели фрагменты боя на этом танке, увидели его урон, пробиваемость, скорость, маневренность. Теперь интересно знать ваше мнение, что вы думаете про этот танчик. Если вам он понравился или вам этот видеоролик в чем-нибудь помог, пожалуйста, поставьте лайк на видео. Если нет, прокомментируйте свое мнение. Спасибо за внимание. Пока.